Здесь я разворачиваю, это вот будет 3,5 метра. На спину, так вот, крест-накрест. И вот в этом положении лезть. Лестница тесная, поэтому там трудно будет забираться. Древко собирается вот конусом Морзе. Вот это нижняя часть, это средняя часть. Вот таким образом. Только ударом. И все, чтобы быстро было все. Сделаем. И несем вот эти трубы еще. Тоже за спиной. Так же. Поднимаемся в белых костюмах. Вот в этих белых кепчиках. И в перчатках. Надо же, когда-то худой был. 42 года это. На ноги одеваем кеды. Лучше обуви нет для лестницы. Вот эти вот голубые кеды нам достались каким-то случайным образом. То ли контейнер в спортбассейне, то ли еще откуда-то. И вот эти кеды хотели выбросить, как обувь непригодную. Но осталась она у нас. И мы ее носили. Из средств защиты мы носили еще галстук. Это когда очень высокие поля на зону М, например, выходили. Там более 6, более 5 тысяч рентген в час. Мощность экспозиционной дозы достигала. Вот тогда мы надевали еще на сведостению такой галстук. Галстук был из свинца. И подвешивался он вот здесь, вот на шее, прямо отсюда. Потому что сведостения, пятикратный обмен крови здесь происходит. И сведостения является наиболее уязвимым местом для воздействия радиации. Особенно для худых. А знамя символ, конечно. Символ чего-то законченной работы. Саша, конец работы основной только. Сашенька, ты упрощаешь, но в силу своей скромности. Ну почему упрощаю? Я не упрощаю. Саша, ты упрощаешь в силу своей скромности, но я думаю, что знамя это вот второй рейхстаг. Да ну бросьте вы. Чего вы сравниваете рейхстаг с этим? Нет, ну правильное название. Это первый реактор. Не надо громких этих слов. Нет, не надо, просто... Ну бросьте вы, рейхстаг, рейхстаг. Какой это рейхстаг? Саш, ну горе того, ну у русского народа какое, блядь. Но это же результат просто ликвидации нашей бесхозяйственности, разболтанности. Ну, какой же рейхстаг? Какая разница? Нет, понятия-то должны быть определенные. Никто не знал до сих пор о том, что означает первый этап дезактивации. Ведь знамя было поставлено в момент пуска первого блока, включения его в сеть, и вследствие того, что был завершен первый этап дезактивации. А первый этап дезактивации предусматривал предотвращение уноса ветрового в сторону Киева. Это могло случиться, если бы изменилось направление ветра. Но направление ветра благоприятное было в то время. И ветер гулял то на запад, то на север, и никак не на юг. А в случае, если бы этот ветер повернул на юг, то в этом случае бы пришлось бы эвакуировать большие города, в том числе и Вышгород, и Киев. Поскольку с крыш выносилось до 10 кюри активности. Давно до символа преодоления себя, страха и прочего. От этого нельзя отказываться, потому что в любом случае. Нет, но это все равно не то значение. С рейхстагом нельзя сравнивать. Нет, Саша, я, конечно, грубо говорю, но вот рейхстаг, но это олицетворение для людей, для русских людей. Это будет понятно, что уже все. Я и домой приеду ради сына, скажу ему, что я вот последнее, что сделал, залез на трубу со знаменем, поставил его. Да. Конечно, надо сделать. А больше? Ну а что еще может быть завершающим? Только это. Поставим точку.
А это мы бежим. Если обратили внимание, то мы все трое одеты в кеды. Вот обратите внимание. Это для того, чтобы нам легче было перемещаться. И мы, в принципе, никогда, выполняя тяжелую работу, мы никогда не брали ботинки или сапоги для выполнения этой работы. Никогда. Все время обувались кеды. Кеды позволяли нам быстро перемещаться и обеспечивали достаточную защиту при этом. Но мы в основном-то перемещались бегом. Это вот редкий случай, когда на кровле зоны К стоит народ. А вот в белом костюме это в вертолете сидит Игорь Костин. Это вот Дмитров Геннадий Дмитриевич. Это генерал Тараканов. Это Лавренко Витя. И он, очевидно, вот принял видеокамеру, в которой велась съемка. Да, от Бардакова. А вот это вот, по-моему, Курил Швидько. Вот, вот. Почему вот Швидько и показывает пропуск и автограф. Вот моя роспись. От побывавшего на трубе. На пропуске на Чернобыльскую АЭС. Я написал. И расписался. Ой, давай ты, моя симпатия. Спасибо тебе. Thank you.